Звездочка? Головки. Слушай, кто в дальнем? Не в Туэльзио. А ты что делаешь? Я знаю, что у них можно быть успокоиться. После этого, да. Не после. После этого закроется, надо как-то будет перерыв найти, да. Матч за бронзовые медали серебряного розыгрыша 4-го Кубка Спорттек по мини-футболу. Встречаются Русэнергоресурс и Газпромтранс. Газпромтранс, напомню, вышел с 4-го места из группы Б. Русэнергоресурс занял 4-е место в группе А. И те, и другие командами, забитыми мячами, отмечались. Русэнергоресурс забил целых 3 на групповом этапе. Газпромтранс запомнился одним. Ну вот, отличиться в полуфинальной стадии плей-офф ни Газпромтрансу, ни Русэнергоресурсу не удалось. Видимо, экономили силы для того, чтобы сейчас нам все свое мастерство показать. Если будет ничья, то увидим еще и серию пенальти. За весь турнир у нас было ничейных результатов совсем немного. В группе Б 1-1 сыграли Газпромтранс и транспортная компания Русгидро. И ничью увидели в матче ФСК ЕС Уютный город 2-2. И в группе С еще в ничью сыграли МСК и ФСК ЕС 0-0. Ну, согласитесь, 3 ничьи за столько матчей совсем мало. Прихват Газпромтранса. Ну, защитник Русэнергоресурса решил не рисковать, просто вынес мяч за пределы поля. Выбил в аут. Главное, чтобы врагу не достался и не было углового. Домнин. Передача на красного отдела и продолжает с ним разыгрывать. Сбили сейчас игрока. Приятно, что после таких стыков провинившийся извиняется. Мяч спасает. Опасный момент, удается забить с острого угла. 1-0. Не верит. Скамейка Газпромтранс еще своему счастью. Забивший сразу просит замену. С передачи Федосова у нас забивает привезенцев на 4-й минуте. Это случается. Да. 1-0. Сейчас игра пойдет повеселее. Второй момент. При этом с той же точки сейчас можно было бить. А по владению мячом, по моментам, Газпромтранс смотрится намного интереснее, активнее. А вот и один на один вокруг вратаря переиграть не получилось. Стой, стой, стой!
сколько вчера поднял? Снова выше цели. Краснов ошибается сейчас, так Цаклидис. Мяч остался у Газпром Транса. Оставалось только попасть в пустые ворота. Наверняка у Газпром Транса еще будут шансы. Цаклидис показывает, что его придерживали. Снова потеря Газпром Транса. Пас на дальнюю штангу. Ну, тут редкий случай, когда тайм-аут можно было бы взять уже в первой 10 минутке. Рус энергоресурсу для того, чтобы прийти в себя. Сделать несколько глубоких вдохов. Подумать, что делать дальше. Удар. Вратаря мяч свалился с ноги, удар толком не вышел. Передачу в район 6-метровый сделал. Здесь судья молчит, разводит руки в стороны. Ну что, сам подскользнулся в мяче нападающий. Видимо, так. До перерыва 2 минуты. Газпром Транс показывает контроль мяча. Все правильно делали сейчас защитники, пытались выдернуть на себя игроков соперника, создать тем самым свободные зоны около чужих ворот. Все было сделано правильно, кроме обостряющей передачи. А вот и ответ Росэнергоресурса. Прошел пас, при этом каким-то чудом. На секунду сейчас задумались, видимо, многие, увидев мяч сетки, с какой стороны он туда влетел. Но нет, только удар от ворот. Головой.
Ну что ж, не самый скучный получился первый тайм. Один забитый мяч, во всяком случае, мы увидели. Да, обсудите, кто его должен. Лидис, хороший дриблинг. Сместился слишком сильно к угловой отметке. Сейчас, если бы вторую забил Газпром Транс, то преимущество было бы действительно серьезным. Пока небольшой минутный перерыв. Через 10 минут мы узнаем, кто же завоюет бронзовые медали в серебряном розыгрыше 4-го кубка Спорттек по мини-футболу. Пока 1-0 Газпромтранс обыгрывает Русэнергоресурс. Саклидис сейчас не стал бить сам в надежде на удачу, в надежде на рикошет решил мяч протащить еще несколько метров. Заработал стандарт. Саклидис. Красивейший мяч забил Смыслов в первом тайме. Напомним, передачу голевую сделал Федосов. Но вот после этого голевых по-настоящему моментов и не было. При этом ударов достаточно много. Лидис между ног партнеру пас сделал. И вот еще один хороший выход. Вратарь обыгран. Кто бить-то будет? Сам бьет. С острейшего угла. 14 номер отправляет мяч в сетку. Максим Моргунов. 13-14. И голевой пас, значит, у Саклидиса. Красного не получился. Так,
еще один опасный момент. Около ворот Рамиля Фасхиева. Очередной выход. Фасхиев тащит. Краснов. Отличный фин заложил. 3-2. Передача на дальнюю штангу. И здесь гол. Смыслов. Сделал голевой пас. Оставалось только подставить ногу. И у Федосова в активе. Помимо передачи, теперь еще и забитый мяч. Три ноль. Шансов немного у Русэнергоресурса. Дошло здесь дело до удара. Болельщики Русэнергоресурса продолжают свою команду поддерживать. Гонят ее хотя бы к голу престижа. Ну вот, пожалуй, первый момент сейчас был у белых. Лидиса мяч не довели. Получилась передача. Краснов один. И забивает таки гол престижа Русэнергоресурс. Ну что ж, 1-3. Играть еще 4 минуты. Таким образом Русэнергоресурс себе шансы возвращает. В среднем по 2 минуты на каждый забитый мяч у Русэнергоресурса есть. Очень важный гол с точки зрения психологического состояния. Активный отбор у «Газпромтранса». Первый нефтевизенцев забил. Забил Смыслов. Главой разыгрывает «Газпромтранс». Удар с 6-метровой отметки. «Газпромтранс» плотно обосновался на половине соперника. Понимает, что два мяча «Русэнергоресурс» еще отыграть может, поэтому лучше вернуть себе преимущество в 3 гола. Борьба на линии ворот. Надбились.
Удар вратарь по центру, он находился и руки поднял, но настолько был плотный удар, что даже при этом его было отбить тяжело. Энергоресурс, болельщики гонят команду вперед. Минута 20 до конца, и последняя минута будет чистой. Случались такие камбэки, история футбола знает большое количество. Домнин торопился сейчас с пасом. А вот какая ошибка Цаклидис, ошибка, которая могла стоить бронзовых медалей. Краснов всех обыграл. И гол! 2-3 за 40 секунд до финального свистка. Эти 40 секунд будут, конечно, очень жаркими. Может сейчас Росэнергоресурс совершить невозможное и перевести матч в серию пенальти. И сразу в прессинг сейчас пойдет Росэнергоресурс. Но вот чуть раньше бы стартовал Краснов. Добивание! Тихонравов. Краснову досталось, но сможет он игру продолжить. Мяч достается белым. Тайм-аут берет Росэнергоресурс. Ну, зря, не им-то нужно было тайм-аут брать. Зачем так хорошо нагнетали и самим себе ломать ритм? Тайм-аут окончен. Ну, коль уж взяли тайм-аут, можно было сейчас полевого игрока выпускать вместо вратаря. На вот этот вот розыгрыш аута угловой. Ну, теперь-то вратарь должен пойти через центр. Нет, не идет. Ну, это, конечно, момент опыта, момент сыгранности. И штанга! Вот это драма, конечно. То есть последняя минута стоила того, чтобы мы ее ждали. 19 предыдущих минут игрового времени, которые особо эмоциями и событиями не радовали опорной ноге сейчас в поле. Вот опыт и сноровка. Лежит, 12 секунд выдержать надо Газпромтрансу. Девять секунд. Последняя атака сейчас пойдет. Две секунды. Ну все, вынос мяча от ворот и финальный свисток. Вот он, бронзовый призер наших соревнований, команда «Газпромтранс».